Всем привет, дорогие друзья, вы на канале SmartWatch, канал только о смарт-часах. Привет вам из Ярового, я здесь в отпуске, поэтому вот пишу в таких условиях на кухонке. А доченька у меня где-то тут ест супчик или убежала, ну не суть. Не забывайте, дорогие друзья, что есть телеграм-канальчик, пожалуйста, новости СВ и чат СВ, который вы сможете обнаружить здесь же, да. Там есть вся информация, ну быстренько добавляйтесь туда, поэтому подписывайтесь на это. Телеграм в описании видосика. А мы с вами об информации. Смотрите, какая информация интересная получилась. Появилась, значит, что за информация? У Samsung Galaxy Watch 6 может появиться бизнес-версия. Мероприятие Galaxy, вот это вот, которое 26 июня в Южной Корее. В ходе мероприятия Samsung представит там, ну, вот эти новые крутые смартфоны, которые будут стоить, наверное, уже 200, а может быть и больше тысяч, потому что рублик у нас падает по отношению к доллару. Ну и часики, наверное, тоже, да. Ну и, естественно, вот написано, что будут смарт-часы Galaxy Watch 6 и Galaxy Watch Classic. Вообще уже все варианты, даже процессор известно, какое будет стекло и так далее и тому подобное. Эта информация есть на моем канале, и телеграм-канале, и здесь тоже на YouTube я говорил об этом. Но вот есть другая информация, как сообщает вот эта вот штучка, да, у Samsung может быть другая направленность или план продаж Galaxy Watch 6. Скорее всего, они просто, как и все, копируют у Apple, к сожалению, да. Жаль, конечно, ну, ничего нового, сами ничего придумать не могут почему-то, поэтому вот пытаются слизывать. Но все, что может предложить это, то, что она может быть связана со стратегией продаж в разных регионах. Ну, это возможно, да. Ранее из одних игроков, раскрыв дизайн часов, почти все остальные подробности о Galaxy Watch 6 уже стали известны. Осталось только официально представить их. Компания Samsung никак не прокомментировала, что означает новая бизнес-версия для Galaxy Watch 6. Для того, чтобы узнать официальные подробности, нам все-таки придется дождаться мероприятия. Мероприятие Galaxy может будет посмотреть на samsung.com. Samsung Nevs ROM и YouTube канале Samsung 26 июля в 14:00 по МКС, по московскому времени. Будем ждать, скорее всего, я тоже этот освещать буду, именно все, что связано с часами, а не полностью весь, так скажем, все это мероприятие, потому что оно будет долгим, пока они там все расскажут, короче. Но вот эта вот информация действительно интересна, что за бизнес такая версия, и как она будет выглядеть, и чем она будет напичкана. Возможно, это будут какие-то крутые вариантики, думаю, в плане каком. Ремешочек какой-нибудь там прям крутой за 1000, за 20, да. Может быть, какой-то там новый, там, не знаю, корпус там какой-то крутой прям такой, знаете, что дорогой очень. Какое-нибудь стекло крутое. Ну, скорее всего, что-нибудь из этого. Не думаю, что там будут какие-то новинки. Но, возможно, будут интегрированы какие-то бизнес-приложения уже. С подписками там вечными и так далее и тому подобное. Ну и цена, соответственно. Дорогие друзья, как я уже сказал, подписывайтесь на телеграм-канальчик. Не забывайте о том, что у нас есть телеграм-канал. И Viber, кстати, и о WhatsApp тоже есть. С вас вот такой вот палец, комментарий, колокольчик, ну и, естественно, напишите, может быть, вы знаете какую-то информацию более свежую, чем у меня. Пока!